Заказ Плетневым доставили в 11:30. Дополнительно им ничего не отвозили. Кто доставлял заказ? Наш водитель. Не повар, не официант? Нет, конечно. Повара заняты на кухне, официанты в зале. Никто из них на доставку не ездит. Ну, если только, конечно, клиенту не потребуется кейтеринг. Куда-то еще вчера заказы доставляли? Нет, никуда. Мне надо посмотреть запись с камеры на парковке. Конечно.